Сегодня 2 февраля. У нас на улице пасмурно. Идет снег. А здесь вот что происходит. Ветер на улице. Вон там. Не знаю, как будет видно. Там куст. Куст ирги. Он весь в воробьях. Они сидели вот тут внизу под туей. И когда я подошла к окошку, они все вспорхнули. Вот тут все было обсыпано воробьями. Вот теперь я закрыла окно шторами. И тихонечко так шторы раздвинула. И они теперь начинают слетаться. На той кормушке, в той кормушке семечки, наверное, закончились, надо выйти насыпать. Потому что я не хочу, чтобы воробьи тут сидели. Быстро съедают. Так вот едет машина, сейчас они все вспорхнут. Нет, смелые остались. Сидят вон. Ну что делается? Снег идет. Вот тут и синицы. И вон там вон, вот чечетка. Вот они тут внизу. Воробьи. Это воробьи. Воробьи, чечетки и синицы тут. Все вместе. Наверное, нападали семечки из кормушки. Там, смотрю, тоже уже они поели. Ну, такая стая. Тоже надо насыпать пойти. Ну, что делается? Лучше никак не показать. Ну, вот эти вот, вот сейчас вот тут вот внизу прям вот это, вот это, вот это две чечетки сидят. Вот синичка подлетела. Но воробьи так эти боятся. Это чечетки маленькие. У них сейчас тут война будет. Вот. Тут на снегу сидит маленькая чечетка. Маленькая. Прималенькая. Прыг-прыг. Лучше никак не снять их. Вот на куст. Жасмина, птицы слетаются. Плохо видно, они сами под цвет куста. Туда-сюда перелетают. Вон их сколько. Ну и тут на ирге так и сидят воробьи. На улице ветер холодный. Так, интересно, на той стороне что у меня делается? Надо глянуть. Вот внизу.
Сейчас пойду на ту сторону посмотрю. И нужно вынести семечки. Ну, а здесь вот синицы сало едят. Вон снег как летит. Собаки хотят выйти на улицу. Каши наелись, я им кашу только что сварила. Остудила. Дала им поесть. Печка топится. На градуснике минус 5, что ли. Вот так на градуснике у нас. Ну, из-за холодного ветра. Вот синица улетела. Только что брала семечку. Из-за холодного ветра на улице. Холодно. Боятся они вот сейчас, может быть, не знаю, подлетит, нет. Они вон они сидят. Вот. Видит меня. Крутится возле кормушки. Ну вот, подлетела все-таки. Так, Джесси самостоятельно открыла дверь. О, у меня еще и печка закипела. Вот так вот, лишних дров бросила.